Приветик. Как часто у вас бывает чувство, что вас что-то триггерит? У меня в процессе обучения был один момент, который меня очень сильно триггерил. И каждый раз, когда я пытался погрузиться в обучение, и наступал этот момент, я прямо, сука, думал, вот просто бы, вот. И это сбивало мысли. Это не давало мне нужного результата в обучении и очень, как бы, в общем и целом плохо влияло на мое состояние. И с этой проблемой я обратился к великолепному мастеру своего дела, целителю Светлане Мирсон. Мы окунулись в мое прошлое, нашли корень проблемы и уничтожили его. Это было очень такое интересное, мягкое путешествие. Светлана делала просто все супер. Потом оказалось, что у меня еще на это все повлияли мои обидчики по жизни, которые мне доставляли по жизни боль физическую, моральную, и материальные проблемы были у меня из-за этого всего. И как мой генерал Светлана меня повела в бой против моих обидчиков. Только когда ты победитель, ты можешь простить. Так оно работает. И Светлана просто натравила меня на моих обидчиков. И я их размотал там так. И только после этого я с себя скинул весь этот груз, который тащил за собой очень много лет, который мне уже на сознательном уровне там, ну, по большому счету, пофиг. А там, в подсознании, эта обида триггерила меня, как будто бы это происходит сейчас. И после этого всего, я когда очистился от всего этого, я просто начал по-другому дышать. И за что я просто безмерно благодарен Светлане, потому что она провела работу, ну, на все 100% мастерски, очень классно. Порой играющие, порой даже, поскольку мы уже пообщались так поближе, порой даже и с матом, как я их там разматывал, этих своих. Так что было очень классно. Вот, это мастер, с которым можно вот действительно поговорить о своих проблемах и не бояться что-то рассказать. Вот, и этот человек очень располагает к себе. Я честно скажу, что я просто вот, ну, в полном восторге от знакомства с этим целителем и последующей работе. Вот. И я надеюсь, что мы еще будем дальше работать над устранением других проблем, потому что этот человек тот, с которым хочется еще все больше и больше работать. Вот. Так что было очень все классно. И главное, что есть результат. Это то, что нам надо. Мы идем решать проблему, чтобы у нас был результат. А этот результат есть. Светлана, от души благодарю. Это просто было супер. И мне все понравилось. Я очень доволен. Я получил то, что я хотел. А это самое главное. Огромная еще раз благодарность. И всем, у кого есть какие-то проблемы, Светлане вперед. И она решит их. Очень быстро, качественно и с положительным результатом. Так что всем к Светлане и всем пока.